Самое холодное 11 января в Тюмени было в 2001 году. Минус 37 градусов, а в 2005 столбики термометров поднялись аж до нулевой отметки. Завтра же, по прогнозам синоптиков, температурных рекордов можно не ждать. Подробнее прямо сейчас. Здравствуйте, с вами Кристина Смирнова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В среду юг Тюменской области окажется под влиянием циклона. В регион будут поступать снеговые облака при температурном режиме на 6-8 градусов ниже своей климатической нормы. Так, 11 января в Тобольске облачно, временами снег. Ночью ожидается минус 28, днем 24 градуса ниже 0. Высшими переменной облачности кратковременные осадки, под утро минус 25 градусов, после полудня минус 21. В Заводоуковске малооблачно, пройдет снег, в ночные часы 26 градусов мороза, а днем столбики термометров покажут минус 20. В Елутровске хмурое небо и осадки, ночью прогнозируют минус 25 градусов, дневная температура составит минус 19. В Тюмени облачно, временами небольшой снег, после полуночи до минус 27 градусов, днем ожидается минус 20. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.